теперь об этом и многом другом подробнее. Губернатор Анатолий Бровко выступил с открытым обращением к жителям Волгограда. Оно касается решения регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» провести 12 июля акцию протеста против действий руководства города. По мнению главы области, ряд проблем в Волгограде сегодня действительно требует скорейшего решения, однако путь конфронтации здесь вряд ли будет правильным. По его поручению, с инициаторами митинга были проведены переговоры, где была достигнута договоренность об отмене или переносе запланированной акции. Итоги этой встречи Анатолий Бровко, который сейчас находится в рабочей командировке, прокомментировал в нашей программе в телефонном интервью. Я удовлетворен тем фактом, что мы нашли полное взаимопонимание с лидерами волгоградских общественных организаций. И сейчас самое главное для Волгоградской области – это сохранение социально-политической стабильности и недопущение любых форм общественной конфронтации. Да, действительно, в Волгограде сегодня есть целый ряд очень острых проблем, которые должны решаться незамедлительно. Поэтому было принято решение, что вопрос социально-политической и экономической ситуации в самом городе в ближайшее время будет рассмотрен на очередном заседании Совета безопасности Волгоградской области. Поэтому я адресую свои слова жителям Волгограда, которые раньше приняли для себя решение об участии в митинге протеста. Органы государственной власти приложат все усилия, чтобы те проблемы, которые накопились у областного центра и у жителей, начали решаться городскими властями. Я считаю, что только в конструктивном диалоге государственной власти с институтами гражданского общества Волгоградская область может эффективно решать те задачи, которые ставит руководство страны перед нами.